В торгово-развлекательном центре 9.18 проходит новогодняя благотворительная акция «Елка желаний». Стать ее участником и сделать подарок незнакомому человеку может каждый из нас. Организатор акции Анна Катасонова, руководитель сообщества «Бизнес-леди». Идея в том, чтобы исполнить новогоднее желание жителей Ленинского округа с ограниченными возможностями здоровья. Свои письма Деду Морозу написали члены творческого клуба инвалидов «Дорога в жизнь», который существует при Центральной библиотеке. Стоит отметить, что акция проходит уже второй год подряд. В прошлом году дети просили разные подарки. Кто-то фломастеры, просто набор фломастеров, ортопедическая подушка, наушники, либо пауэрбанк. Детки некоторые просили самокат и велосипед. И мы нашлись люди, кто исполнил даже такие желания. Но вообще условия на елочке, когда мы просим письма, мы оговариваем, чтобы они были доступны простому человеку. То есть подарочек ограничиваем немножко в суммах до 2000 рублей. Изначально на елочке было 28 писем, сейчас осталось всего 5. Одной из тех, кто приобрел новогодний подарок для членов клуба «Дорога в жизнь», стала Марина Андрианова, сотрудник библиотеки. В этом году это будет, наверное, праздник еще краше, потому что, во-первых, больше человек участвует. Плюс мы приглашаем тех людей, которые исполняют эти желания. Это тоже важно. То есть не просто так кому-то ты отдал подарок и ушел, да? А ты видишь, сколько счастья ты доставляешь этому человеку. Но мне кажется, вот это очень важно. Поздравление ребят состоится в начале января. Купленные подарки можно оставить на ярмарке на минус первом этаже торгового центра. Акция продлится до 31 декабря.